Молоко мы пьем натуральное, а берем его у веселого молочника, у Сергея и Ольги. Сейчас мы вам покажем, как доится корова. Днем корову пасутся в обед. В обед Сергей и Ольга приходят на дойку здесь, на берегу речки. Подкармливают коров кукурузой, кабаками, чтобы было побольше молока вкусного. Речка, конечно, это только название, это по сибирским понятиям это ручей. Ну, только после дождей наполняется, а летом практически пересыхает. Ну, тем не менее, это такое место, где трава растет. Молоко хорошее в Гастагае я искал долго, все первое лето. Три было у меня неудачных попытки. И вот это вот удачное у Сергея. Хорошее молоко. Сергей загнал железный лом. Сейчас привяжет корову. Понял, не только это. И вообще надо умываться. Вот вам натуральное молоко. Как оно добывается? Стой, стой! Там без записи. Записи. Будем обрезать. Стой, стой, стой. Стой! Не бегала. Да одна много спокойнее, спокойнее, блядь. Ну хвостом мать, конечно. Вылез. Вылез, конечно, вылез. Че? Ну вот накусает, говорю, не вылез. Придут домой, куда они денутся? Это ваши кошки? Там вот три кошки есть. Вон утка плавает. Ага. Сергей и Ольга, наши кормильцы. У них мы берем молоко. Подошел еще раз снять речку. С берега попрыгали лягушки. Только что прибыла утка. Вот такой оазис на краю улицы Комсомольской, в самом начале ее. Вот такое рогатое чудовище. Живая фабрика молока. Телятки. Пусть знают, что натуральные коровы есть в Гастагае, пусть приезжают. Я твой телефон там не буду указывать. Не надо, указать. Ничего не надо. Нет?
Ну ладно, пусть ко мне обращаются, значит, да. Я тогда буду направлять.